Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы эволюционировали Арона в Лейрона. Мы себе сделали еще парочку ультраболов и сделали себе покеболы. Покеболы нам нужны для того, чтобы сейчас я пойду себе сделаю удочку, как я говорил в прошлом эпизоде. Удочка для того, чтобы... Я не знал вообще, что она существует как бы в этом моде. Но с помощью удочки можно просто закинуть удочку в воду и просто-напросто вытаскивать с воды покемонов, на которых можно качаться. Но я, если честно, я пробовал, то с воды вытаскиваются только покемоны такого 10-15 уровня. Это небольшие, но я не знаю, может там какой-то есть небольшой шанс, что вытащить там покемона более-менее такого 30 уровня, или, например, вытащить какого-то редкого покемона, того же Лапроса, например, возможно. Ну, можно как бы попытаться словить какого-то покемона, и, в принципе, как я говорил, я, наверное, себе построю небольшой такой рыбацкий домик на берегу моря, чтобы можно было спокойно так ловить покемонов. И сейчас. Так. Сейчас я пойду... действительно сделаю себе удочку. Я посмотрю... А, есть у нас, конечно, есть у нас нитки. Так, ладно, делаем мы себе удочку. Она вроде делается вот так. И внизу... Покебол, да, чтобы можно вытаскивать покемонов. Отлично, у нас есть удочка. Вот такая вот удочка. Так, кидается, конечно, нитка какая-то прозрачная, наверное, не очень проделанная. Ну, в смысле, вот, что-то глючит нитка, но, в принципе, это, да ладно, как-то не важно, мне так кажется. Так, сейчас, что нам нужно? Что нам нужно? В принципе, все. Я думаю, сейчас можно идти сделать себе какой-то домик. Я уже знаю даже где. Можно его вот тут сделать. Вот тут у нас... вот тут у нас наш покецентр. А домик мы сделаем приблизительно где-то вот тут. Там у нас джунгли, значит, побежим в джунгли. Я забыл увеличить пулевага. А, ну пофиг, ладно. Ладно, тогда сейчас побегу я вот туда. Так, смотрим. Может, какие-то еще покемоны будут. Так, бежим мы туда. Хантер на нас нападет, не нападет. Ух ты! Ну что ты не нападаешь-то? Во, отлично. Давайте Чаризарда. Ух ты, с одного удара. Чаризард красавец. Так, сейчас. Что тут у нас? Вот, побежим мы вот туда. По этому пляжу, можно и так сказать даже. Вот, о, там Лапрос. Если не ошибаюсь, это Лапрос. Это Лапрос. А, ну, в принципе... Так, где он? Я на секунду отвернулся. Где он? Да ты чё... издеваешься? Ну, это уже хрень. Лапрос тут плавал. Я отвернулся вот так на секунду, посмотреть, нету ли там еще какого-то покемона. Повернулся сюда, Лапрос уже пропал. О, как меня вот это бесит. Вот эти исчезновения покемонов и также появление покемонов. Когда вот нету покемона, ты повернулся в другую сторону, повернулся вот, заспавнился покемон. Да, это, конечно, странно немножко. Ладно, когда спавнится покемон перед тобой вот так, это хорошо. Но когда вот так, ты так на секунду отворачиваешься, смотришь, во, все, покемон там был, покемон уже пропал. Мда. Ладно. Сейчас, ну, я говорю, это бесит. Ну как, а если, например, какой-то редкий покемон там был? Или легендарный, например, тот же? Чё, я бы на него посмотрел, отвернулся бы в сторону, посмотрел, нету ли там еще какого-то другого покемона, посмотрел, а того покемона уже нету. Это что-то действительно...
Ладно. Кто там был? Вот, пойду я куда-то вот туда. В принципе, разочек можно попробовать словить какого-то покемона. Сейчас главное на берег выплыть, чтобы потом в воде не захлебнуться. Ждем. Ну? Да мне показалось, что под воду пошел вот этот. Ладно, еще подождем. Ну? Да че ты? Во! Во! Ух ты, Голдина вытащили, 26 уровня. Дорогие друзья, говорил, что вот так можно рыбачить на покемонов, и это прикольно. Ладно, сейчас я быстренько... Ой. Сейчас я быстренько сделаю себе какой-то домик и начнем рыбачить на каких-то покемонов. Голдин, 26 уровень. В принципе, да, нормально, нормально, нормально. Конечно же. Главное, что удочка не ломается вроде. Или она очень-очень-очень прочная. Так как... Вот, я вытащил одного покемона, уже пару раз ее закинул, а она еще даже ни капельки не сломалась. О, там пулевак. Да? Это пулевак, если я не ошибаюсь. Да, пулевак. Какой ты там уровень? 19-й. Псайдак 32-й, или какой он там был. Ладно, пофиг. Сделаем мы, наверное, домик себе вот тут. Да, так, ладно, сейчас. Расчистить это. Или наоборот построить, чтобы было два блока высоты над этим. Наверное, сделаю два блока, да. Ладно, тогда я сейчас себе немножко песочка надыбаю. У нас уже, конечно, лопата почти что сломалась. А, ладно, сейчас нужно еще, наверное, будет одну делать. Ладно, сейчас по-быстренькому накопаем себе песочка. Хотя бы попытаемся по-быстренькому. Так, копаем, копаем, копаем. Во, все. Забираем наш песочек. Сколько мы там выкопали? Да, да, Одиш, я слышу тебя, что ты там говоришь. Твой голос. Я слышу, слышу. И вот так, мы сейчас хотя бы чуть-чуть выровняем. А ты что-то заглючил. Вот так. Еще вот чуть-чуть. Да, в принципе, можно еще вот тут. Ладно, пускай пока что будет так. Сейчас. Ух ты, этот покемон у нас есть? Если не ошибаюсь, этого покемона у нас нету. 40-й уровень, ни хрена себе. Кого бы на тебя натравить? Так, дорогие друзья. Какой-то новый покемон. Ну, в смысле, не новый. Он как бы уже давно есть. Даже один из самых первых покемонов. Но в том смысле, Пинсир. В том смысле, что его у нас нету. Ладно, по чуть-чуть. Да и убьем, хотя не убьем даже. Кого бы на тебя, чтобы не убить с одного удара? Нет, это уже очень слабо. Во, нормально. Так. Ух, ни хрена себе он сильный, как нашего Чаризарда лупит. Так, попытаемся его словить с обычного покебола.
Если, конечно, получится. Хрен. Хрен там, мы его словим. Ладно, еще раз попытаемся с обычного покебола. Одиш, 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 я тебя слышу, что ты там. Ух ты, отлично, мы словили пинсера, или как он там называется. Отлично, отлично, отлично. Это что там плавает? Это Одиш в воде плавает. В принципе, не буду я его ловить, так как он у нас уже есть. Уже прокачанный даже. Я не помню, какая эволюция. Там Одиш, потом Глум вроде. Что-то такое. Он у нас уже есть прокачанный. Сейчас я тогда, наверное, начну себе строить небольшой домик. Как я, в принципе, и говорил. Так. Построй себе вот такой небольшой. Или нет? Или да, вот хотя фиг его знает. Нет, не так, не так. Не так мы будем это строить. Идем, заберем вот это. Доски. Так, идем и построим. Так, сейчас нам еще отсюда выбраться нужно. Отлично. Так, идем и построим себе дом. Какой нафиг? Ну хотя дом тоже, в принципе, можно. Если у нас будет вот так, так, так и так. То бишь. Дом можно, да, дом можно где-то вот так строить. Так, ладно, сейчас я что-то придумаю. Какой вообще можно дом нормальный такой построить. Не буду я вообще большой дом делать, так как, в принципе, он нам и не нужен тут большой дом. Вот нет, не вот на, не вот так, не вот так. Вот так и вот так. И вот так. И вот так. Да. Что-то пока что не очень так получается, но. Ну, в смысле, не похоже это на дом. Но я сейчас его увеличу вот так. Вот такой у нас он будет. Рыбацкий дом. Небольшой такой. Так. Сейчас еще. Вот тут. Вот тут. Вот тут и вот тут. Ой, так, что-то, извиняюсь, что-то горло. Так. А, ну, в принципе, да, потолок нам же еще нужен. Вот так. И вот что, нам еще лопату все-таки нужно. Ладно, тогда я сейчас быстренько сбегаю домой. Ладно, все вот так. Сейчас... Мы возьмем вот это, сделаем себе быстренько лопату, даже две, хотя нет, пускай пока что будет одна. Вот так, идем мы опять в наш рыбацкий домик. О, там еще один такой покемон, видели? Через непрогруженные текстуры было его видно. Ну, в принципе, это отлично, сзади у нас джунгли, вдруг кто-то там может и заспаниться, хотя кто. Мью, Мью у нас уже есть. Так, ладно. Вот так и... Нет. Может, все-таки прозрачный потолок сделать.
В смысле стекла. Хотя пока что нет. Так, ладно, сейчас. Сейчас вот так. Идем и себе еще немножко песочка накопаем. Совсем немного. Вот это мы выкопаем. Вот так. Все, побежали, побежали, побежали. И вот так мы это тут выровняем сейчас. Или пока что вот хватит вот так. Хотя нет, короче. Ну, песок нам, в принципе, еще нужен для того, чтобы стекла себе сделать. Как вы заметили, у меня тут много стекол будет. А, что нам нужно? Что нам... А, у нас печки нет. У нас... Ладно, опять домой. Еще посмотрим, нету... Ну, в принципе, немного у нас стекла есть. О, вот так, отлично. Так, что нам нужно? Печка. Печка нам нужна. И что еще нам нужно? В принципе, думаю, все. Так, опять телепортируемся мы сюда. Так, кого я там вижу? Голдак или как он там называется? Так, пол, ух ты, нам еще же и пол нужно сделать, что-то я и забыл как-то. Ладно, это недолго будет, я так думаю. Ладно, так. Вот так. Сейчас мы это все выкопаем. Сделаем себе красивенький домик. Ух ты, сколько тут вот этого песка. А, ну, в принципе, нафига я его выкинул. Все, вот так, отлично. И сейчас мы сделаем себе пол быстро. Опять у нас нету досок. Да, вот так. Быстренько делаем пол. Я не знаю, делать ли вот тут так по бокам. Ну, хотя, в принципе, пусть будет. А, ладно, сейчас. Так, доделываем мы пол. Вот, отлично. Сейчас. Что нам нужно? Что нам нужно? Что нам нужно? Нам верстак нужен. Верстак мы... Это что такое? Вот так. Да. Верстак сюда. Одну печку. Не нужно две, я так думаю. И пока у нас жарится вот это... Ну, в смысле, переплавляется стекло, наш песок. Так, сейчас, что нам нужно, что нам нужно, что нам нужно. Сделаем мы себе вот это. Вот так. И вот так. Сейчас. Вот такой небольшой причальчик, можно себе сказать, сделаем. Причал, чтобы ловить с него покемонов, да. Не знаю, хватит, не хватит. Ох, да чё ты... Да... Так, нет, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Да, вот так. Отлично. Сейчас. Ну, только не падай туда. Фу.
Да... Зато я упал туда. Да ты... Эти... Ва! Эти лестницы, это вообще сдуреть можно. Ух ты, кого я там вижу? Слоупок? Да, он у нас уже есть. Так что... Так, дорогие друзья, я думаю, на этом уже можно, в принципе, закончить. В принципе, в следующем эпизоде мы достроим наш дом, достроим причал и, наверное, половим покемонов. Ну, порыбачим на них, в принципе. И да, дорогие друзья, все, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.